Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Майки. Чурабалики. Ананта Котивайш на Авриндаки. Гаура Приманандаки. Хари Хари Кришна, продолжаем. Мантры еще подлежат. Ом Пурнамада Пурнамида. Ом Пурнамада Пурнамида. Пурнат Пурнамудачьяте. Пурнат Пурнамудачьяте. Пурнасья Пурнамадая. Сегодня мантра? 12-я мантра. Итак, шастры представляют из себя фундаментальные знания, базовые знания, фундамент. На этом фундаменте может быть разнообразные явления. Очень много возможностей. Если есть хороший фундамент, то все остальное становится устойчивым, надежным. То есть поддерживающая сила Вишну. Эти знания исходят из непосредственно Вишну. Не из джива-таттвы. Нет. Человек не может объять всего и познать причину причин, непосредственно опираясь на свой опыт. Причина глубока. И что же мешает человеку приблизиться к этой причине? Хотя, как утверждают в шастре, причина всегда остается, она не исчезает. Исчезает. В соответствии с материальными представлениями причина должна исчезнуть, превратиться в следствие. Закон отрицания. Отрицание говорит об этом, что всякая причина становится следствием и исчезает как причина. Зерно, чтобы дать плод новый, должно погибнуть. Причина должна исчезнуть. То есть это материальный опыт такого. И так же, как любую вещь, если мы разобрали на составляющие, это уже следствие, то есть причины нет. Есть составляющие предметы, но уже предмета нет, не существует. Любой предмет возьмите, разбейте на части, он теряет свою функцию. И что-то подобное философы установили такую истину, что истина не существует больше в своем изначальном виде, она разобрана на составляющие части материального творения. Она стала творением, потому как причины больше не существует, есть только следствие. Именно на этом основании было утверждено, что Бог мертв. То есть он, может быть, и был. Когда-то была эта причина, и она была разумная, теперь же ее нет. Теперь мы идем новым путем эволюции. Теперь человек должен встать на это место. Отсюда эти зрения. Они имеют определенные философские утверждения.
такого рода. Все они ошибочные, потому что, согласно описанию Абсолюта, он неизменен, он Пурнамадах, Пурнамидам. И сколько бы ни сходило из него полных частей, он остается неизменным, не меняется. И сколько бы в него не входило, он не меняется. Это математика абсолютного мира непостижима. 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1. То есть неизменность, вечность, постоянство, незыблемость — это вишну-тату называется. Это суть называется вишну-тату. И знание, фундаментальное, поддерживающее знание, исходит из вишну-тату. И сатва-гуна. И есть, конечно, и другие виды знаний, другие гун природы, которые могут что-то создавать и разрушать. Тоже знание. Нужно знать, как вести военное дело, искусство, как убивать, сражаться. Тоже знание определенное. Но в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, что познав эту науку, ты не сможешь никого убить. Или кшатрию, воину. И быть убитым ты тоже не сможешь никогда. То есть в гуне благости все выглядит иначе. И священные писания, они разделены тоже на три категории для разных людей. Для людей в гуне благости, в гуне страсти, в гуне невежества. Кто-то склонен к разрушению. К разрушению прибегают люди страстные. Разрушение необходимо, чтобы что-то новое создать. Если вы хотите создавать, и все уже создано, то наступает кризис. Если созданы уже города, системы, должности, положения, и культуры, искусства, нечего больше создавать, цивилизация терпит крах, кризис серьезный, как бы разлагается. Поэтому обновление для страсти — это разрушение. Вы разрушаете какой-то строй, чтобы создать новый строй. Разрушаете старое здание, чтобы построить более современное здание. И страсти невежества не сотрудничают таким образом. Почему? Почему нужно разрушить то, что создано? Потому что его никто не может поддерживать, кроме Вишну. Вишну поддерживает это по милости. Это не тот мир, который он желает, чтобы его вечно поддерживать. Это не тот мир. Духовный мир, он вечно поддерживается. Там чистая сатва. В материальном мире только по воле Бога это происходит. Пока есть воля Всевышнего, мир существует. И как только это меняется воля, мир прекращает существование, чтобы снова по его воле возникнуть. Так описывает Писание. То есть сатва. Ну, технически говоря, когда мы видим, что не хватает сатва-гуны, наступает разрушение. Мы так это переживаем. Мы, может быть, не видим волю Бога, как она действует, как она присутствует. Но мы видим, что вот есть непосредственные гуны, качества людей, которые это творят. И когда Богу нужно проявиться здесь, Он либо посылает кого-то, чтобы утвердить эти знания, через знания присутствия Бога можно ощутить, либо Сам является сюда. И когда он приходит и уходит, остается после него священные книги. Обязательно. То есть священные книги, они описывают природу Бога, Его явление, Его уход и все, что связано с Ним. Даже если кто-то услышал голос Бога, отсюда изучит какое-то писание. Если он даже не видел Его, но услышал что-то, или видел какое-то явление чудесное, это уже будет какой-то трактат, какое-то писание, какое-то явление для людей. То есть не случайное явление, а имеющее высший смысл. И Кришна приходил на эту планету 5000 лет назад, затем Ясадева должен был записывать его игры, его явления, и все это нужно было облечь в очень научную философскую формулу и классифицировать. Непростая задача. Для людей в гуне невежества невозможно ничего классифицировать. Веды не предназначены для людей в невежестве. Для них есть просто уступки, как есть мясо, как пить вино, кому поклоняться, чтобы делать то, что вы хотите.
И потому что для людей так, вот такого рода в невежестве закон единственный. Это только мои собственные желания. Поэтому веды указывают, как исполнить эти желания, не нарушая покой в обществе. То есть, чтобы общество поддерживалось тем не. Это тоже отвишну. Это тоже так или иначе для поддержания дается. И в страсти, как поддерживать, дается Писание, как управлять, как руководить, как воевать, как утверждать дхарму путем силы. Как использовать эту силу, которая есть у всех, и склонность к насилию использовать правильно. Тоже некоторая уступка. Благости. Человек поклоняется полубогам, но в чистой благости самый лучший способ не беспокоить здесь никого, уйти отсюда. Это считается самый лучший способ не беспокоить никого в этом мире, уйти в другой мир в свое время. Это время уже назначено нам. В какой-то момент времени мы должны уйти, мы должны знать, куда уйти, не возвращаться снова сюда, чтобы причинять беспокойство или принимать беспокойство, а уйти, чтобы не причинять никаких беспокойств. И для этого предназначенное знание, что связывает человека с этим миром, почему он не может уйти. Когда мы говорим человеку уйти, он сильно пугается. Уйти, бросить все, оставить все, умереть, страшно все это. Но уйти другой смысл имеется всем. Физически невозможно уйти сейчас из материального мира. Чувство собственности. Вот с чем борются книги. Вот что такое фундаментальное знание, которое разрушает наше чувство собственности, ложное чувство собственности. Если мое тело хочет есть или спать, или нуждается в каком-то крови, не означает, что должно быть связано с чувством собственности. Если Панишат говорит, это просто твоя доля. Почему ты развиваешь чувство собственности? Это ложные знания. И поэтому, именно по этой причине, людям очень трудно принять духовные знания. Пока есть чувство собственности, люди не будут слышать. Поэтому, несомненно, нужно еще объяснять, что такое чувство собственности и почему нужно избавиться от него. Например, если вы скажете бизнесмену «отдай свои деньги», он испугается. Но если вы скажете «вложите деньги вот сюда, и ты получишь в два раза больше», он не испугается. Он будет рад только отдать деньги в эту сторону. Вот это сознание Кришны. Вы вкладываете один грош, ломаный, но получаете целое состояние. И таким образом человек может вдохновиться, попробовать хотя бы. Ну, хотя бы что-то сделать для Кришны, посмотреть, какой будет результат, проверить это. И как бы вступают такие торговые отношения собственника. Ты высший собственник, я тоже собственник. Давай сделаем сделку. Я тебе ломаный грош, ты мне целое состояние. То ты очень большой собственник, я маленький собственник. И таким образом начинаются отношения. Отношения и Шриша Панишат, она описывает, что необходимо все вернуть Богу, все, что мы присвоили себе. Это в наших же интересах. То есть мы ничего не теряем таким образом. То есть мы все немножко бизнесмены, не хотим потерь. Кришна убеждает Арджуну Бхагавадгите, что на этом пути потерь не бывает, только приобретение. Если даже вы не успели в этой жизни, вы следующей продолжите. И с очень хорошего положения. Не утратите ничего. Он убеждает Арджуну в этом. Потому что он беспокоится, если я в этой жизни не успеваю. Есть преданные разочарованные, которые думают, что в этой жизни, скорее всего, им не успеть обрести чистое бхакти. Они разочаровываются, и Арджуна спрашивает об этом. Что делать судьба неудачливого йога? Что с ним будет в следующем, в будущем? Ведь он не достигает ни духовного в этой жизни, ни материального, поскольку отрекся от всего. Какова судьба его? Не страшно преданно? А вдруг вы не достигнете Кришна Премы в этой жизни? И денег тоже не будет. И общество признания тоже не будет. Но все равно Кришнаид неудавшийся еще. К тому же. Ладно, еще удавшийся, то вообще неудавшийся. Так будут люди думать. И что же в этом случае?
Мы должны знать, что духовный плод неразрушим. Знание отречения — великая вещь, потому что, когда мы говорим о собственности, обычно человек думает, материальная собственность — это недвижимость, деньги. Вот в чем моя проблема. Нет, не в этом проблема. Нет. Не в вещах. Это еще одна ловушка иллюзии. Чувство собственности распространяется больше всего не на вещи, а на знания, которые мы имеем. Вот здесь оно больше, ближе к ложному эго. Это чувство, выше чувству, выше ума разума, выше разума, аханкара уже, как таковая, потом душа. Так вот, разум ближе всего к аханкаре. Разум. Ближе всего к аханкаре, разум к ложному эго. И ум тоже. Они сотрудничают вместе. Поэтому человек знает, если у меня будут великие знания, это лучше, чем просто иметь деньги. Так я достигну славы, признания. Я буду ученым, буду влиять на умы людей. Если я разовью свои будхи, я обрету мистические ситхи. Что мне деньги? Да люди мне все сами деньги отдадут. И будут просто искать, и говорят, возьми деньги. Вот портреты мои будут кругом, пьедесталы, памятники. Да-да, вот когда великие знания у человека есть. И поэтому, это говорится, знание не обретается таким путем. Тадвити прани патина парипрашнена севая. Если ты хочешь знания, иди к гуру. От него получи, как от источника знания. Иди к источнику, к живому. Не так, что ты подошел к источнику, получил это знание, и он больше не существует, как источник. Нет, Кришна продолжает существовать. И знания мы неисчерпаемые. Мы никогда не сможем понять Кришну. Означает, что таким образом можно всегда сохранять смирение, духовную позицию. Поэтому, говорится, знания, гьяна и вайрагья вместе должны быть. Если мы хотим избавиться от чувства собственности, мы должны получить больше знания, большие знания, чем материального порядка. Но это может больше еще обусловить нас. Поэтому вайрагья. Отречение. Знание и отречение вместе. Очень сложно знать и не привязываться к знанию. Но тем не менее, в процессе бхакти этот путь захватывающий. Все, что человек получает, знания в сознании Кришны, он должен использовать их, отречься от них, чтобы получить новые знания. Этот процесс продолжается. Человек всегда получает и всегда отдает. Всегда получает и всегда отдает. Сколько бы он ни получал, он все отдает. Великие люди — это просто те, кто очень много получает, очень много отдает. Вот и все. Вот и все определение. И, конечно, это нужна решимость. Что получаем больше, больше и больше. Как принцип золотого сечения. Не просто больше, во много раз больше. Умножается с предыдущим. И в какой-то момент, если человек не лишен чувства собственности и не предан Кришне, он падает жертвой соблазна. Уж слишком много пришло. Так много пришло. Боже мой, зачем же это отдавать? Это соблазн называется. И в итоге человек должен просто обрести Кришну. Чувство собственности должно быть направлено на него. Это называется истинное эго. Не ложное, настоящее. Если вы скажете, вот это вот магазин мой, вместе с Росешевой, с деньгами, с ее товарами, и вся ваша собственность, кто слушает, тоже моя, с вашими квартирами и все остальное, никто с этим не согласится, верно же. Но если вы скажете, Кришна мой, все будут счастливы. Это все Кришне принадлежит. Если я скажу, вот это все мое, я буду неправ. Я получу подтверждение из миллионов источников, что неправ. Каждый день люди мне будут говорить гадость. Что ты неправ. Что ты себе позволяешь вообще. Что ты негодяй последний. Потому что это собственность. Но Кришне все принадлежит. Если я скажу, что Кришна мой, все будут счастливы. Ну, такой Кришна-собственник. Необычный.
когда Он всем владеет, это означает, что все получают свободу. Все, что необходимо, у каждого выделяется доля, необходимая для жизни. Потому что Кришна поддерживает, поддерживающая сила саттва, Вишну таттва. Но если человек скажет «моё», он не имеет знаний поддерживать все, он всего-то и не знает. До сих пор ученым неизвестно, как поддерживается здоровье. Они лишь несколько факторов рассматривают, такие как питание, там, сон, ну, что-то, вот отдых. Но никто не знает, в чем суть болезни. Что бы ни делали доктора, болезни все равно остаются. Факт. Они не могут избавиться от принципа. Вы все равно болеете на протяжении всей своей жизни. Никто не знает, почему. А Кришна знает. Нет таких знаний у человека. Он живет, и он принимает этот факт, потому что он не знает, что с ним делать. На этот случай есть лекарство в аптеке, вот и все, что он может предложить. На случай старости тоже он какой-то там клюку ему сделает, не знаю. Ступеньки пониже, что еще можно? Кресло, качалку, камин у ног. Это тоже нужно принять, согласиться с этим. Не говоря уже о смерти. Что с этим делать? И все мы родились, хотели этого, не хотели, кто нас спрашивал? Мы даже не помним, спрашивал меня Петр или нет. Нам пришлось это сделать. И придется сделать в очередной раз. Очень сложно не родиться в этом мире. Невозможно. Так же, как умереть. Это другая проблема. Есть такие люди упрямые. Вот я умру, и все. И больше не рожусь никогда. Попробуйте. Все так говорят. Это невозможно. И материальная природа обречена на разрушение. Вопрос. Если Вишну всемогущий, всеподдерживающий, почему же материальная природа обречена на разрушение? Он что, не может ее поддерживать вечно? Он не может нам дать вечную жизнь без болезней, без старости, вечное тело? Конечно, может. Об этом здесь и говорится. Обретите это бытие. Он может все это дать. Он высшая поддерживающая сила. И для этого нужно всего лишь освободиться от чувства собственности. И быть счастливым. Вот. Если вы видите несчастного человека, знаете, он что-то теряет. Ему что-то не дают. Чувство собственности заставляет его страдать. Если вы видите больного человека, знаете, это ложное эго болеет у него. Грипует. Да, все можно свести к этому источнику. Это может быть непонятно, как связано с ложным эго напрямую. Напрямую этого и не связано, конечно. Есть микробы специальные, которые мы досаждаем своим ложным эго. Они живут в определенной среде, в этом теле. Все микробы, все болезни здесь с нами. И проявляются тогда, когда их возбуждают. Это все. А как их возбуждают? Своим поведением, характером, эмоциями. Создавая определенную среду, и они проявляются. Ложное эго – источник болезни. Страдает из-за чего? Если страдает, что у него начинает? Ложное эго страдает? Нет, если болеет ложное эго, а если он страдает? Что? Ложное эго. Чувство собственное. Ложное эго страдает. Это все ложное эго, да? Страдает всегда ложное эго. Так мы познаем ложное эго. Как его познавать еще? Оно и проявляется в страданиях. Вот так понимаем этот путь невежества. Здесь Вишупанишат говорилось об этом, что есть путь невежества, путь знания, и путь знания в счастье, путь страдания в невежестве. Вот так мы познаем, различаем невежество и знание таким образом. На опыте. Это не нужно людям уже совершенного уровня. Не нужны страдания. Обычным людям нужен какой-то опыт страданий, чтобы признать духовную реальность. Но есть и такие люди, настолько упрямые и глупые, как ослы, говорится, мудхи, которые не признают даже своих страданий, страдают. Страдая в этом мире, не признают страдания. Здесь нужен немножко интеллекта, немножко честности. Честность, признание фактов. Не упускайте факты, не теряйте внимание духовное. Мы страдаем каждую секунду. Сейчас сидим на полу. Прислушайтесь к телу. Оно страдает. Я на стуле сижу. Если я прислушаюсь, я тоже страдаю все равно. Как бы ни сел, ни лег, все равно переворачиваться придется. Очень скоро.
Если проанализируете каждую секунду своего бытия, вы всегда найдете какой-то фон страдания, обязательно. И вот они стараются вот этот фон уменьшить. Почему? Потому что есть страдания. Комфортную мебель, температуру, там кнопки нажимать, только даже вставать не нужно. Это их задача. Потому что все это так или иначе связано с фоном страдания, деятельности, любого усилия. Любого усилия. Это материальное существование. И даже если вы никаких усилий не совершаете, вы еще больше страдаете психически. То есть страдания переходят на более тонкий уровень, видите? И мы начинаем понимать, что почему нам нужно работать, трудиться, вот испытывать эти трудности материальные, чтобы наш ум был здоров. Потому что, выполняя обязанности долг внутри, я чувствую себя хорошо, на самом деле, могу терпеть, не замечать. Тетикшаства, Бхарата, в Гите говорится, нужно учиться терпеть, чтобы не замечать, исполняя долг. Воин на поле битвы, когда сражается, наверное, срубает голову. На Курукшетре такие примеры были много. Миллионы примеров. Продолжает сражаться без головы. Еще какое-то время сражается без головы. Не замечает просто. В исполнении долга даже такую вещь можно заметить, что мы отсекли голову. Представьте это. Потому что мы поглощаемся этим. Знания имеют такую вот могущественную фундаментальную основу. И поэтому нужно быть поглощенным этими шлоками Шопанишат, чтобы освободиться от страданий. Глубина знания имеет значение. Можно познакомиться, мы сейчас знакомимся с Шопанишат, и затем нужно углублять эти знания до того момента, когда мы уже не заметим влияние гун материальной природы, потому что знания трансцендентные, за пределами гун природы. Сегодня 12-я мантра у нас, верно? Кто-то следит у нас за мантрами. Антхам тама правишанти есам бутим пасате тато буяйватте тамам яо самбутьям рата. Андхам невежеством тама тьму правишанти попадают е те, кто асамбхутим полубогам упасете поклоняется тата, чем это буя более ива подобным образом те тама, тьма, е, кто, у, также, самбхутям, в абсолюте, рата, заняты. Перевод 12-й мантры. Те, кто поклоняются полубогам, попадут в темнейшие области невежества. Но еще в большей степени это относится к тем, кто поклоняется безличному абсолюту. Как бы противоречивый стих. С одной стороны, призывается к познанию абсолюта, с другой стороны, говорится, это хуже, чем поклоняться полубогам в этом стихе. Но вы все поймете, если приложите эту формулу Шопанишат. К обоим методам поклонения приложите чувство собственности и получите результат. Станет все ясно. В этом смысле. В контексте Ишопанишат это объясняется. Ишопанишат, то есть Ишавасия, все принадлежит Богу. То есть без чувства собственности. Поэтому здесь говорится, как человек может деградировать, поклоняясь Абсолюту. Поэтому, как правило, так устроено для блага человека. Если он имеет большое чувство собственности, он и не поклоняется Богу по-настоящему искренне. Он оставляет этот процесс. Поклоняется полубогам, потому что это еще хуже. Это еще хуже. И лучше вообще быть атеистом, говорится, если ты такой оскорбитель, такой жадный человек. То лучше вообще не повторять и не читать, просто жить как животное. Это лучше, потому что иначе ты деградируешь еще больше. Майявади — это большая проблема. Они поклоняются абсолюту. Но это большая, самая большая проблема в мире — это майявада. Ни коммунизм, ни капитализм, ни даже фашизм, как майявада. Но вот большая проблема в чем. Люди не узнают ее под разными величинами, не могут понять, в чем же проблема. Мы столько тут все переделали, столько все улучшили, но все хуже и хуже. И не могут понять. Здесь фундаментально будет описываться
Что такое поклонение Абсолюту с чувством собственности? Комментарий: санскритское слово «асамбхути» относится к тем, кто не является независимым. Самбхути же относится к абсолютной личности Бога, который абсолютно независим. Бхагавад-гите абсолютная личность Бога, что Кришна говорит: «Намеведу сурагана прабхавана махаршая, ахамадирхи деванам махаршинам чесарва шаха». «Ни сонны полубогов, ни великие мудрецы не знают моих богатств, ибо я первопричина всех полубогов и мудрецов». Таким образом, Кришна является источником тех сил, которыми наделены полубоги, великие мудрецы и мистики. И хотя силы, которыми они обладают, огромные, но и у них есть предел. Поэтому им очень трудно понять, как сам Кришна с помощью своей внутренней энергии является в образе человека. То есть мудрецам это понять намного сложнее. Вот эти вот формы Кришны. Почему, как он принимает форму человека. Для мудреца это очень серьезная, сложная тема. Для ребенка простая тема. О, Кришна с флейтой играет. Все ясно и понятно. Ребенок радуется. Мудрец радоваться не будет. Он будет думать, как это возможно. Он поддерживает все, все живые существа. Источник всего, всех вселенных. Зачем ему играть на флейте? Зачем становиться сыном Ешоды? Это те, кто полнится абсолютно, попадая в такое положение, становятся имперсоналистами. Перемаевали. Многие философы и великие риши, мистики пытаются отличить абсолют от относительного с помощью своих ничтожных умственных способностей. Однако таким образом множество можно прийти только к негативной концепции абсолюта. Этот метод не дает возможности постичь какой-либо позитивный аспект абсолюта. Определение абсолюта через отрицание несовершенно. Такие определения побуждают человека формировать свою собственную концепцию. И он начинает воображать, что абсолют должен быть лишен формы и качества. Эти негативные качества есть не что иное, как относительные, материальные формы и качества, взятые со знаком минус. И потому они также являются относительными. Такие представления об абсолюте в лучшем случае могут привести человека к осознанию безличного сияния Бога, называемого Брахманом. Но и с их помощью невозможно достичь уровня осознания Бхагавана, личности Бога. Дух противоположен по качествам. И да, некоторые гьяни, философы, они буквально переносят это противоположное. И они говорят, что если материя вечна, тоже должна быть вечна. Ну как, энергия, то почему? То какое противоположное качество будет абсолютно? Временные формы, да, согласна. Но сама материя вечна. Тогда какое будет противоположное качество абсолюта? В абсолюте. Как энергия, материя существует всегда. Значит, по идее, логично, что он имеет временное существование. Или не существует. Но существует только материя. Если о противоположности говорить, не запутываться. Но они не знают, что Брахманом называется все. Он неделим. В этом случае вы не можете разделить его на материю и дух. И то, и другое Брахман одним словом называется. И он неделим. И вот когда Брахман представляется в форме двух Брахманов, это две противоположности возникают. Но он один на самом деле. Вот здесь вы не можете уже применить принцип отрицания противоположности. Это очень сложно понять ученым-философам.
Они разделяют, но Брахман неделим. Ни материя, ни дух на самом деле не отличаются друг от друга, потому что материя — это скрытый дух. Откуда зашла материя? Из духовного источника, изначально она духовная. Вот так можно понять, что такое абсолют. Но если противопоставлять материю и дух, мы не сможем понять, что такое дух. Говорим, я не это тело. Но вы можете понять себя в этом теле. Используйте тело по назначению как духовное. И оно будет иметь духовные качества, и сможете познать себя как дух. По-другому вы не сможете отделить материю и дух. Не делятся. Одна и та же энергия. Это называется трансформация, а не деление. Часть Брахмана становится материей. Вот и все. Часть духа. И для Кришны поэтому разницы нет. Материально или духовно, когда он приходит сюда. Он источник того и другого. Та и другая энергия полностью под его контролем, под его управлением. Это очень трудно понять человеку. Поэтому мне говорят, что он приходит сюда как человек. Он попадает под влияние материи, значит. Он обычное тогда существо, получается. Может быть и могущественное, но все равно обычное живое существо, как мы. Это серьезная ошибка. И в другой момент они отрицают. Нети-нети. Метод отрицания применяют к познанию Абсолюта. Что это? Это абсолютно, не абсолютно, зависимо. Самбути, асамбути. Что зависимо, что независимо. И они анализируют окружающий мир и явление природы, и элементы. Слова, понятия также. Все анализируют, разбирают на части. И выясняют, зависимо. Это тоже зависимо. У того есть причина. Все зависимо. Поэтому не то, не то, не то, не то. Нет, нет ничего независимого. Нет, 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 нет. Так что такое абсолют? Не все это. Вот что они говорят в итоге. Отрицаю все. Это начало майявады. Это пренебрежение, принижение материальной энергии. Это майявада. Потому что в абсолюте все одна платформа. Нужно постичь единство, вместе все взятое. Ом, Пурнама, Дак, Пурнама, Дам. Все аспекты в одном. Итак, они ничего не могут утвердить позитивного. Что же это? Я могу много о себе чего рассказать, что я не инженер, не женщина, уже не ребенок. Я сейчас не на улице, не в Америке и не в Африке. И даже не в Сибири, и не у себя дома. Можно описывать, знаете, таким образом бесконечно, кем я не являюсь. Но так и не сказать, кто же я, не знать этого. Познание — это лишь аналитический подход санхи, незавершенный. Поэтому пока человек не сможет, не знает, кто же он не обрел знания. Это фундамент. Спекулятивные мыслители не знают, что абсолютная личность Бога является Кришна. И что безличный Брахман — это ослепительное сияние его трансцендентного тела. А Параматма, сверхдуша, его всепроникающее полное проявление. Это сложно, может быть, описать сияние, ослепительное сияние Брахмана. Но мы всегда находимся в этой энергии, как душа. Это может быть трудно ощутить из-за контакта с телом, который идет путем разрушения, дает нам чувство разрушения, недостаточности, нуждается в постоянном поддержании, поэтому тревожное существование мы испытываем. Всегда нужно себя поддерживать каждый день, бороться за существование. Поэтому сложно ощутить Брахман, поддерживающий силу, уже существующую вокруг. На самом деле, душе ничего делать не нужно для поддержания. Нет такого закона. Это закон материальной природы. Вот в такой атмосфере нам приходится существовать. Ослепительное сияние Брахмана.
Но много энергии, то есть ослепительный избыток. И у каждого избыток энергии, вот о чем речь идет. Что вы все миллионеры, все вы ученые, все вы очень сильны, могущественны в своих желаниях. Вот о чем речь идет. Это наша природа, та самая. Браман. И параматма, сердуша, его всепроникающее полное проявление, есть еще более богатое существо, чем мы вместе взятые. Более ослепительное, чем мы все вместе взятые. Это параматма. Вот мы с ним общаемся испокон века. Не знают они и того, что Кришна имеет вечную форму, исполненную вечного блаженства и знания. Зависимые полубоги и великие мудрецы ошибочно считают его могущественным полубогом, а излучение Брахмана принимают за абсолютную истину. Только преданные Кришне, которые целиком посвятили себя служению ему, знают, что он абсолютная личность и что все сущее исходит из него. Такие преданные постоянно с любовью служат Кришне, источнику всего сущего. Полубоги ошибаются постоянно, в Пуранах это описано, на каждом шагу. Не забывают, что Вишну — верховная личность Бога. Они его считают просто одним из главных полубогов. Потому что он так себя и ведет. Очень трудно понять личность Бога. Даже когда он приходит на землю, ведет себя как человек, очень сложно. Но преданные могут понять. Господь Чайтанья, когда приходил, преданные разоблачили. Никто другой не мог понять, кто такой Господь Чайтанья. А люди, миряне, многие думали, что у него падучая болезнь. Он теряет сознание, потому что у него падучая болезнь. Сарвамава Бхаттачарья подумал, что он слишком рано принял саньясу, поэтому не может контролировать чувства. Вот поет, танцует, плачет, теряет сознание. И будоражит людей. И люди думают, что это что-то духовное. Это его чувства неудовлетворенные. Но люди так считали. Мама Шачи тоже одно время думала, что, может быть, он заболел у меня. Люди всякую ерунду говорят. Она сильно страдала из-за этого. Что Мони Майя больной, что ли? Но преданные понимали его состояние. Когда он упал без сознания в храме Господа Джаганнатха впервые, в Пури, когда увидел Господа Джаганнатха, он потерял сознание. Он сказал, он добежал до этого 40 миль. За 40 миль он уже увидел там, или за 10 миль он увидел, простите. За 10 миль, наверное, он увидел вот эту вот чакру. И он не мог уже стоять на месте, он бежал, как сумасшедший. 10 миль пробежал он бегом. Вошел в храм и увидел форму Господа и сказал «Чага, Чага, Чага», и потерял сознание. Не мог даже произнести имя до конца. И упал перед алтарем, поэтому служители, некоторые охрана, они подбежали и посчитали, что нарушение порядка. Кто-то тут валяется, лежит перед божествами. Оскорбление взяли палки, чтобы побить его и выгнать из храма. Там очень высокий стандарт храма Джаганнатха. До сих пор. И там был Сарвамава Бхаттачарья по воле Всевышнего. Он сказал, стойте. Не так все просто, подождите. Это какой-то необычный человек. Я хочу проверить его симптомы. Человек бежал, представьте себе. Вошел в храм, сильное было возбуждение, и вот он упал. И он лежит в состоянии абсолютного покоя. Такое случалось с вами. Что вы внезапно, в одно мгновение, впадаете в транс, в состояние абсолютного покоя. Вы только что выговорили, даже мое слово, вы только бежали 10 миль. И вот вы лежите в состоянии абсолютного покоя. Дыхания почти нет. Мгновенный транс. Это возможно с физиологической точки зрения. Нужно сначала успокоиться хотя бы полчаса, привести пульс в порядок, ну, как обычно, мысли. Потом нужно было медитировать долгое время, прежде чем ум еще успокоить, потом постепенно войти в транс, шаг за шагом. Но это произошло мгновенно. И он был ученым, великим ученым, ведантистом. И он проверил, он взял некоторые пушинки какие-то там, не знаю, что он... к носу. Он сказал, это не болезнь, это не притворство. Состояние глубокого транса. Внезапный транс. Даже если вы теряете сознание, продолжаете
дышать, потому что тело это обмен веществ, оно еще не успокоилось, оно все равно должно постепенно как-то. Только если вас убили, вы можете сразу быть спокойны. Неважно, вы только что задыхались от перегрузок, если вы умираете, вы тут же успокаиваетесь. Все прекращается. Это было равносильно мгновенной смерти. Он сказал, в мой дом это тело отнесите. Я хочу понять, кто это. Обычный человек не может такие симптомы иметь. Но люди ничего не поняли. Даже когда Срамам Бхаттачарья указал на тело, я ничего не понял вообще. Не могли понять, что происходит. Наверное, он болен. Подученный, но у него. Но Срамам Бхаттачарья, он стал догадываться, но не сразу. В конце концов, преданные ему сказали, кто это, и потом он убедился. Итак, Кришна может жить в воде, в воздухе, передвигаться под землей, входить в огонь, пересекать оболочки Вселенной. Духовное дело. Люди говорят, это миф, это сказки. Нельзя это буквально все понимать. Как есть находки интересные, запрещенные, запретная археология. Находки — это рисунки, наскальные древние рисунки, где люди изображены вместе с динозаврами. Согласно теории эволюции, динозавры появились до человека цивилизованного. Раньше, потом человек появился. Потому что рептилии первые из воды вышли, вот эти рыбы стали рептилиями, и вот потом пошла эволюция от них. До человека еще далеко, за миллионы лет до нашей эры. Динозавры жили. Ну вот есть картинки, много рисунков осталось. Фотографий не было тогда. И есть какие-то природные фотографии. Я не знаю, что это за явление, кто-то из ученых мне рассказывал. Иногда в породах остается фото, даже видео, запись какая-то. Ну, такие явления бывают. Когда вы можете увидеть это явление, которое произошло когда-то очень давно, но фиксируется на какой-то породе каким-то образом. И вот те, кто копает, все это взрывает, иногда они видели эти образы. Также есть картинки, как люди работают с мамонтами. То есть мамонты были ручные все. Динозавры тоже, они подавались дозировки, похоже, раз люди работали с ними, там нарисовано все это. Но они посчитали, что это поздние рисунки, вставки, комиксы современные. Ну, как обычно, ученые все объясняют, типа материалисты. Вот, им трудно понять, что человек может быть каким-то могущественным. И тем не менее, глупые материалисты попадают в просак, когда видят Станхендж, там, не знаю, или Фиджи, и пирамиды, вот эти строения, как, если этот базальт не поддается практически даже сверлу современному, там свободно выгравировано все у них, эти древние наскальные рисунки. Чем? Костями, что ли? Да базальт, вы не возьмете его сверлом даже. И там свободно все изрисовано в огромной плоскости. Многотысячные глыбы из них созданы, какие-то строения, и источник там этого камня за сотни, не 600 миль. Как перевозили, как устанавливали эти глупые материалисты, ничего не могут подтвердить в том, что это вообще за явление. Они не верят в это, но это факт. Очевидно, невероятно. Для интеллекта современного ученого необъяснимо прошлое. Праведы недавно говорят, что мифологии, и все, они уже отмахнулись давно. Но некоторые ученые говорят, а может быть так оно и было? Буквально как на этих картинках, почему это не предположить? Может быть, так и было, что там у них были демоны, космические корабли в то время, летательные аппараты. Не предположить, что работали вместе с динозаврами, динозавры перевозили эти камешки. Эти камешки несложно динозаврам перевозить. У диплодока два мозга. Я думаю, что он может понимать двумя местами одновременно. Если человека мозг в одном месте, у диплодока в двух местах. Это два офиса сразу. А? О, боже мой, ученики. А она не знает у кого. Это редкий экземпляр. Это секретный материал, не знаю, как сказать. Диплодок. Знаете, слышали, что это такое диплодок?
Не дипломат, дипломат. У него какая шея, такой хвост тоже. Да. Огромный гигант. У него мозг здесь в голове. В тазобедренном там тоже есть такой же мозг. Два. Две головы. Одна в другом месте просто. В разных местах. Поэтому он с двух точек зрения все может оценивать. Столько форм жизни, боже мой, можно удивляться. Столько всего, чего мы не знаем. Но на самом деле мы просто не принимаем эти вещи. Познать это несложно. И сейчас. Бхагавад-гите 7.20 говорится, что только неразумные, сбитые с толку люди, движимые сильным желанием чувственных наслаждений, поклоняются полубогам, чтобы разрешить свои временные проблемы. Живое существо запуталось в лабиринте материального существования. И чтобы обрести вечную свободу в духовном мире, исполненное вечного блаженства, жизни и знания, оно должно сбросить с себя оковы материального рабства. Поэтому Шри Шопанишад не советует нам стремиться к временному избавлению от тех или иных материальных проблем, поклоняясь зависимым полубогам, которые способны одарить нас только недолговечными благами. Вместо этого необходимо поклоняться абсолютной личности Бога Кришне, который привлекает всех и может навсегда освободить нас от материального рабства, забрав нас домой обратно к Богу. Кришна обязательно заберет живое существо обратно к Богу. Не думайте, что он не может этого сделать. Полубоги не могут. Проблема у полубогов с нами. Мы много чего хотим, но они не дают. Почему? Они же тоже быть могущественные. Если вы сейчас обратитесь к полубогам, ничего не получите. Ноль. Почему так, скажите? Они независимы, они не могут дать ничего сейчас человеку. Они дают взамен на ягью. Но люди не способны совершить ягью сейчас. Поэтому если вы даже искренне просите, результата не будет. Есть другая сторона. Почему люди, обращаясь к Богу, не получают тоже ничего? Как хотят, как хотелось бы. Ответ другой. Они просят глупости все, от которых страдания только увеличатся. Кришна этого не дает. Но стоит вам попросить преданного служения, как результат сразу же придет. В тот же день. Сразу, на следующий день, вам кто-то постучит и скажет, Бхагавад-гиту продаю, распространяю. И вам распространяют Бхагавад-гиту. Попробуйте попросить у Кришны просто премы, чисто принесу, и сразу же у вас появится возможность, тут же. Ведь не нужно ждать даже этого времени какого-то. Но поскольку человек не может разобраться, вот он запутан, говорится здесь, он в лабиринте материального существования, в рабстве, что он просит? Он с ума сошел просто. Мне кандалы ноги натерли. Кришна, дай мне тряпочку мягкую. Ему не хватает разума, чтобы снять кандалы. Он не верит. О, кандалы снять невозможно. Понятно, Кришна, я тебя понимаю. Это не по зубам никому. Но хотя бы облегчи мои страдания. Дай мне какую-нибудь повязку сюда, чтобы я повез. Я в рабстве остаюсь. Я принял это. Я не могу этого изменить. Я раб своей судьбы. Просто дай мне облегчение какое-то. Дай мне третьего мужа нормального. И я буду счастлив. Это глупости. Нужно обратить внимание, как на это смотрит вообще Кришна. Поэтому с этими материальными желаниями люди обычно обращаются к полубогам. Но и сейчас они не способны даже. Потому что полубоги могут, конечно, дать желаемое. Благодаря яги, написано в Бхагавад-гите. Вы совершаете яги, они обязаны вам дать желаемое. Потому что ягья нужна им. Они зависят также от яги. Яги — это Кришна. Если мы не будем совершать определенные яги, полубоги тоже что-то теряют. Если ваши подчиненные не соблюдают свои обязанности на работе, вы тоже что-то теряете, как владетель предприятия. Не так ли?
Мы связаны. Не думайте, что они независимы от нас, и мы независимы от них, и все мы независимы. Все мы зависим. Только один независимый. Он. Сам Будди. И Асам Будди. В Бхагавад-гите говорится, что те, кто поклоняется полубогам, смогут попасть на планеты этих полубогов. Поклоняющиеся Луне попадут на Луну. Поклоняющиеся Солнцу на Солнце. Современные ученые пытаются достичь Луны с помощью ракет. Но на самом деле подобные попытки делались и раньше. Люди с их развитым сознанием от природы склонны к космическим путешествиям и потому стремятся достичь других планет с помощью космических кораблей или мистических сил, или поклоняясь полубогам, управляющим той или иной планетой. Три способа описывается достичь Луны. Ситхи мистические, поклоняться полубогам и космические корабли. Все три способа известны ведам. Вимана Шастра описывает, как делать космический корабль. Сложная технология очень. Не могу сейчас подробно рассказать. Это целый трактат. Подробнейший трактат. Там нужно сплавлять металл с растениями еще. Добиваться каких-то... Я не знаю, как они это делали в те времена, эти технологии. Металл с растениями невозможно сплавить, растения сгорят. Но у них были технологии, как сплавлять растения, цветы, скажем, некоторые плоды с металлом. И получать определенные свойства, качества для вимана. Также они делали видеосистемы. Видеосистемы. Также они могли видеть интуитивные аппараты, приборы, когда вы могли видеть врага, оставаясь невидимым. Или найти врага просто потому, что он враг. Прибор увидит. Любой враждебный настрой становится видимым. Прибор такой, специальный. Я потом принесу. Мы наставим на всех и посмотрим. Кто друг, кто враг. Надо разобраться. Этот прибор не ошибается никогда. Для кого нужен? Для того, кто имеет этот прибор, да, собственно. Не для каждого. Итак, они хотят на Луну в космическом корабле. И что им приходится делать? Жить на космическом корабле там постоянно. В космическом корабле. Значит, не могут на Луну выйти без скафандра. Это так же, как жить под водой. Вы там должны дом сделать. Как можете жить под водой? Вы же не рыба. В ведических писаниях сказано, что человек может достичь других планет с помощью любого из этих трех способов. Но самый распространенный из них — поклонение управляющему какой-либо планетой, полубогу. Вот поэтому веды говорят, на Луну хотите? Сома там, Чандра. Его зовут так. Вот такие молитвы, обращения к нему, мантры. Вот такие его деяния перечисляются там. Вот. Такой он, вот так он поступает, вот это он сделал, вот это его, в этом его слава. Прославляйте его. Подносите ему то-то, то-то, он принимает то-то, 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 и вот так, так и так. Вот и все. И Сома смотрит. Угу. Человек поклоняется ему. Правильно делает все. И доволен. Я еще больше доволен. Ну все, иди сюда. Вот и все. Пропустите его через границу. Это мой личный знакомый. В Узбекистане мы в одну сторону через границу перепрыгнули под дулом автомата. Спасались потом. Нас спасли. Обратно не знали, мы не знали, как обратно вернуться. У нас не было документов, ничего. Через границу. Другая проблема. Дату мы прошли. Но обратно при этом оказался знакомый, работающий на границе. Ну, он нас просто провел так вот на глазах у всех, через все заставы. Паспорта дал, сам все это сделал, печать, все. Вот так. Знакомый есть. Если у вас есть отношения с Чандрой, нет, нет проблем. Может, на Луну хотя бы немножко пожить, можете в гостях погостить. Когда-то в прошлом люди гостили на высших планетах. Например, Арджуна 5 лет был на Индралоке. В Амаравате, в его столице.
Ну, знаете, что это такое? Там все райские богатства. Там все, он царь был у богов. Арджуна-то провел несколько дней всего, но по исчислению земли было 5 лет прошло, братья ждали его 5 лет. 5 лет изгнания Арджуна наслаждался в раю. Пандавы скитались по лесам и ждали Арджуна с небесным оружием. И он получил небесное оружие, и проклятие Ураши получил, там, и благословение Индры. Много даров. Это проклятие тоже потом помогло им, в смысле. В год изгнания он был неузнанным, сменил свой пол. По проклятию Ураши это произошло. Поэтому все во благо, когда вы общались с полубогами, в материальном благо вы получаете. Он гостил там. Да, так можно достичь Луны, Солнца и даже Брахмалоки, высшей планеты Вселенной. Однако все планеты материальной Вселенной являются лишь временным прибежищем. Вечны только парящие в духовном небе Вайкунтха-Локи, на которых правит сама Личность Бога. Бхагавад-гите 8.16 Господь Кришна подтверждает это в следующих словах. Кто прочитает стих? Громко. Абрама Бувана Локах Пунар Авартиной Арджуна Мам Упати Таку Каунтия Пунар Джанмана Витяте. Мам Упитья Тукаунтия Пунар Джанмана Витяте. Все планеты материального мира от высшей до низшей — это юдоль страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Но тот, кто достиг моей обители, вот сын Кунти, уже никогда не родится здесь. Шри Шри Панишат указывает, что тот, кто поклоняется полубогам, попадает на их материальные планеты. По-прежнему остается в темнейшей области Вселенной. Вселенная покрыта гигантскими оболочками из материальных элементов. Напоминает покрытый скорлупой кокосовый орех, наполовину заполненный водой. Влага — это покрытие герметично. Поэтому, чтобы рассеять непроглядную темноту, царящую во Вселенной, необходимы Солнце и Луна. Вы не удивлялись этому моменту, что Вселенная гигантски герметична? Не протекает нигде. В одном месте только протекает. Какого? Ганга. Это протечь. Она дала течь. Ганга протекает. Из-за ваманы, да, он пробил оболочку. Никто не мог бы это сделать. Но она герметична. Снаружи Вселенную окружает безграничное пространство Брахма-джоти, в котором плавают бесчисленные Вайкунтха-локи, высшая и самая большая планета Брахма-джоти, Кришна-лока или Галука-Вриндавана, на которой обитает сам Шри Кришна, Верховная Личность Бога. Господь Шри Кришна никогда не покидает Кришна-локи. Он всегда пребывает там со своими вечными спутниками, но в то же время он присутствует повсюду, во всем материальном и духовном космическом проявлении. Это же объяснялось в 4-й мантре. Господь, как Солнце, присутствует повсюду, и тем не менее он находится в одном месте, как и Солнце, которое не отклоняется от своей орбиты. Удивительные качества здесь описываются. На Кришналоке всегда находится, никогда не покидает. Мы должны ждать того момента, когда он уйдет с Кришналоки сюда и захватить ее. Невозможно, никогда не покидает Кришналоки. Это его вечная трансцендентная обитель, он не покидает ее. Но как же он одновременно там и там пребывает? Могущество. Это могущество. Попав на Луну или какую-либо либо другую планету, расположенную выше или ниже нее, мы не решим главных проблем жизни. Поэтому Шри Шри Панишат советует нам не стремиться попасть на какую-то из планет в пределах, погруженной во тьму материальной Вселенной, а постараться вырваться за ее пределы и достичь сияющего Царства Бога. То есть есть тут хорошие места, конечно. Проблема не в этом. Есть неплохие места, где можно жить вообще. Где бы мы, может быть, согласились жить? Даже на Земле. Есть такие места неплохие, говорят. Проблема не в этом. Проблема в том живом существе. Оно не будет удовлетворено нигде. Абрам Бумана Лука. Что-то есть, но что-то противоречное природе все равно. Вот это недостаток материального творения.
Никто не удовлетворен. Невозможно. Поэтому в саму суть тут нужно заглянуть. Все это во тьме. Есть много людей, которые выдают себя за верующих и совершают религиозные обряды только ради славы или репутации. Такие псевдорелигиозные люди не желают покидать эту вселенную и возвращаться в духовный мир. Под видом поклонения Господу они хотят одного — сохранить свой статус-кво в материальном мире. Проповедуя культ атеизма, атеисты и имперсоналисты увлекают таких глупых псевдоверующих в темнейшие области вселенной. Атеисты открыто отрицают существование Верховной Личности Бога, а имперсоналисты поддерживают атеистов, проповедуя поклонение безличному аспекту Верховного Господа. До сих пор мы не нашли в Шри Упанишад ни одной мантры, которая отрицала бы существование Верховной Личности Бога. В одной из мантр было сказано, что Он может передвигаться быстрее всех. Те, кто путешествует на другие планеты, несомненно, являются личностями. Если Господь может передвигаться быстрее их, то как же Он может быть безличным? Безличная концепция Верховного Господа — это всего лишь другая форма невежества, причина которого кроется в несовершенном понимании абсолютной истины. Если бы Он был безличностным и персональным, то как можно было вообще говорить о каком-то движении Его? Если Он везде и всюду, одновременно, то почему о каком-то движении речь идет? И почему вообще в этом мире так много движений, перемещений требуется? Если бы он не был личностью, зачем было это утверждать? Но он может перемещаться разными способами. Например, вы можете переключать внимание с одного на другое. Это тоже некоторое передвижение при помощи ума и мысли. Также перемещаться нужно для того, чтобы испытать различные состояния бытия. Перемещаться из тела в тело или с места на место. Разнообразие. Вот причина перемещения его. Он может прийти куда-то и создать определенную атмосферу. Разный, как на Голоке, даже в Вриндаване, перемещается, потому что есть разные леса, разные настроения, которые по-разному выглядят и в разных состояниях находятся бхавы. И они перемещаются туда. Есть леса, где вечная весна, есть леса, где всегда зима. И они перемещаются, они играют, они гуляют. Есть берег Ямуны, он отличается от Гавардхана. Духовно не отличается. Но в разнообразии тусирни бхавы отличается. Есть разные преданные в разных настроениях, и все это отличается. Поэтому Кришна ходит из Нандаграма на пастбище к Ямуне, Гавардхану, передвигается. Зачем? Чтобы испытать разные бхавы, разные настроения, разные расы. И это ему не трудно, потому что перемещение духовное означает блаженство. В нашем случае это затрата энергии огромная, перемещение. По городу нужно сжечь бензин, электричество использовать или физические силы, чтобы ходить далеко. И мы очень ограничены в этом. Но у Кришны нет такого расхода энергии, он повсюду. Нет речи о расходе энергии, чтобы он уставал. Или ему нужно было заправиться. Или поесть пищу, чтобы пойти дальше. Или отдыхать, чтобы пойти дальше. Отдых — это лишь другая бхава. Это не предмет поддержания или усталости, или каких-то недостатков. Поэтому, не познав личность Бога, вряд ли можно вообще понять, что это за мир и почему тут так много энергий разнообразных. Зачем? Если все едино. Невежественные религиозные лидеры и изобретатели так называемых воплощений Бога откровенно нарушают указания ведических писаний, вводят в заблуждение своих последователей и потому готовы на темнейшие области Вселенной. Обычные персоналисты выдают себя за воплощение Бога, и глупые люди, не имеющие понятия о ведической мудрости, верят им. Почему они выдают себя за Бога? Кто знает? Не персоналисты. Это их философия. Все заканчивается тем, что становитесь Богом. Это их философия. Слияние.
Поэтому в конечном итоге он говорит о себе как о воплощении Бога. Если он хоть как-то осознает какую-то свою духовность, хоть какую-то реализацию, то сразу переключается на верховное положение. В Индии особенно очень частое явление, поскольку очень религиозная страна. Люди слышали о Боге, о Брахмане, о воплощениях, то есть они образованы в этом плане больше. Поэтому там, конечно же, очень много таких явлений по нынешний день, очень много аватар, так сказать, нисхождений Бога. Люди сами себя объявляют таким образом, дают намек на это. И чтобы подкрепить это, они обычно какие-то проявляют ситхи, мысли прочитывают или что-то создают. Но все аватары нисхождения, они имеют расписание прихода и ухода в этот мир. Строго по расписанию прихода. И если эти шарлатаны обладают какими-то знаниями, то в их руках они опаснее, чем невежество. Имперсоналисты даже не совершают обрядов поклонения полубогам, рекомендованных Писанием. Писание рекомендует при определенных обстоятельствах поклоняться полубогам, но в то же время в ней говорится, что в большинстве случаев в этом нет необходимости. То есть не запрещено поклоняться полубогам. Иногда это необходимо. Иногда. Пандавы поклонялись полубогам, когда было необходимо. Как правило, люди почитают Шиву, также Дургу, потому что живем в этом мире, который непосредственно поддерживает Дурга, как бы управляет ей, непосредственно, если говорить. То есть не Кришна, а Дурга. Она его служанка. Она, так или иначе, супруга Шивы, его служанка, но вместе они преданы Кришне и Раме. Рамачандре думает в основном Шива. И о Гауранге он думает, но это секрет уже. На Гауранге думают все полубоги и ждут его прихода с нетерпением. Особенно ждут его прихода. Но в большинстве случаев нет необходимости поклоняться полубогам. Им нужно выражать почтение. Поскольку они могущественные, возвышенные, мы выражаем почтение, но поклоняемся Кришне. В Бхагавад-гите ясно сказано, что плоды поклонения полубогам недолговечны. Весь мир не вечен. Следовательно, все, что мы достигли во тьме материального мира, тоже бренно. Проблема в том, что как обрести истинную вечную жизнь. Вот проблема-то. Мы уже вечные души, не знаем, как обрести это. Как такое случилось? Непостижимо. Мы уже такие. Мы же души. Чувство собственности. Вот она причина. Не собственность, чувство. Поймите, вот этот термин. Аханкара называется. Нигде не обвиняются вещи или предметы. Здесь речь идет об аханкаре только и все. Аханкара — это узел материи духа. Крепчайший, самый крепкий узел. Где-то я был на Дальнем Востоке. И там Приморье. Много морского климата, очень много моря. Частенько мы выезжаем туда на море. Я ходил по берегу. Камни. И много было выброшено водорослей. Гигантские там бывают. Такая капуста морская, знаете. Вот. В конце и края нет просто. Такой ширины. Много-много метров ты можешь тянуться. И шторм выбрасывает иногда очень много вот этой капусты. И также небольшая такая капуста была. Вот, такая. Молодая совсем. Есть молодая, есть старая, есть уже умирающая. Есть, которая готовится стать капустой также. То есть уже почти как капуста, он уже тоже готовится к воплощению. То есть та же самая история, как с ним. Мир капусты. Я посмотрел, то молодая, она красивая, знаете. Не то, что старая. Вся уже там подерганная, обкусанная какая-то такая вся. Не аппетитная, а молодая аппетитная, что вы там. Капуста. И я взял, поднял ее, и я заметил, что она связана с камнем. То есть она, ей не нужны корни в землю, она питается из океана, не корнями. Корни нужны, чтобы просто держаться на месте. Чтобы просто привязаться к какому-то месту, так скажем. Сказать, это мой дом.
Вот и все. А питается на океане, то есть корень имеет другое значение совсем. Просто привязанность, как якорь. И вот я подумал, как она держится за обычный гладкий камень. Каким образом? Заблужник вцепилась, и все. Я посмотрел и попытался оторвать. Ничего не получилось. Невозможно. Это ахангара. Это невозможно. Если даже вы ножом попытаетесь, свет все равно что-то останется. Это невозможно. Даже если вы убьете человека, все равно он привязан к потерянному существу. Он родится снова. Это очень сильно, это узел материи духа. Это сознательная вещь. Это вопрос сознания. Поэтому мы работаем с сознанием. Если мы просто отберем у человека всю его собственность, скажем, все, теперь ты свободен. Он будет просто страдать до глубины души. Будет самый несчастный в мире человек. Но если мы скажем, вот ты можешь отпустить, вот капуста не знает, как отпустить. Если даже ей попроповедовать, и шипанишат, то она не знает, как я теперь отпущу, я же капуста. Это у тебя вот есть руки, ты можешь отпустить, но у меня даже рук нет. Это моя природа. И с этим камнем я навечно. Это невозможно. Но человек может, вот это вот могущество человека, отпустить эту привязанность. И это результат знания. Господь утверждает, что тот, кто достигает его с помощью преданного служения, единственного пути, ведущего к личности Бога, раз и навсегда избавляется от оков рождения и смерти. Иначе говоря, освобождение из тисков материи целиком зависит от знания и отрешенности, которые приходят к тому, кто служит Господу. А у псевдоверующих нет ни знания, ни отрешенности от материальной деятельности. Большинство из них хочет жить в золотых оковах материального рабства, прикрываясь альтруистической и филантропической деятельностью, загримированной под религию. Демонстрируя фальшивые религиозные чувства, они напоказ занимаются преданным служением и в то же время совершают различные греховные поступки, а наивные люди принимают их за духовных наставников и ревнителей веры. Знаете, как сейчас можно прослыть ревнителем веры? Верный способ. Бороться за свою религию. Драться за свою религию. Люди будут думать, вот очень верующий человек. Вот и все. Вы найдете такую практику в ведах? Ну, под видом, что я кшатри, все же кшатри становятся в это время, когда нужно драться за что-то. Но собаки тоже дерутся за свою кость. Означает ли, что у них все кшатри? Нет, они собаки просто. Нужно различать эти вещи. Есть собачьи отношения, а есть ведические отношения. Это разные вещи. Что не драчун, то кшатрий, так понимают некоторые люди. Никакого отношения не имеет к кшатрию. Когда приходит драчун в какое-то общество, начинаются проблемы и беспокойство. Когда кшатрий приходит, все становится сразу в порядке. В этом огромное различие. Такие нарушители религиозных принципов не признают авторитет ачарьев, святых учителей, принадлежащих к цепи ученической преемственности. Они пренебрегают указания Веда Ачарья Пасана. Каждый должен поклоняться Ачарье. И славим Бхагавад-гиты Эвам Парампара Праптам. Эта высшая наука о Боге передавалась по цепи ученической преемственности. Вместо того, чтобы найти истинного духовного учителя, они вводят людей в заблуждение и провозглашают себя Ачарьями. Хотя сами даже не следуют принципам Ачарьев. Последний абзац. Эти негодяи – самые опасные элементы в человеческом обществе. Из-за отсутствия религиозного правительства им не грозит наказание со стороны государства. Однако им не удастся избежать суда Всевышнего, который провозглашает Бхагавад-гите, что завистливые демоны, рядящиеся в одежды религиозных проповедников, будут низвергнуты в темнейшей области ада. Ишиша Панишат подтверждает, что завершив свою деятельность в роли духовных учителей, которые они занимаются только ради чувственных наслаждений, эти духовные лидеры в кавычках попадают на самые отвратительные планеты Вселенной. Такая тяжелая мантра сегодня. Ишиша Панишат. Такой печальный конец.
Все люди надеются, что у них будет все хорошо в будущем. Но здесь говорится, не всегда так бывает. Бывает, будет, в будущем будет хуже, чем сейчас. Нужно знать, какая деятельность приводит к плохому результату. Нельзя обманывать людей при помощи знаний. Это и самое опасное преступление. Майявада — это самый большой порог. Никто никогда не становится Богом. Никто никогда не становится Богом. Само выражение «стать Богом» противоречиво. Бог всегда Бог. Ему не нужно становиться Богом. Ему не нужен процесс, чтобы стать Богом. Так бывает мысли. Он и сейчас Бог, и в прошлом Бог, и в будущем Бог. Он неизменен. Он говорит, я стану Богом, означает, что вы не являетесь Богом никогда, и не были, не будете. Ему не нужен процесс. Ему не нужен материальный опыт получать, как они говорят. Значит, получив материальный опыт, становится Богом. Он самодостаточный, он совершенный всегда. Например, Господь Чайтанья, он учился в школе. И Господь Кришна тоже учился в школе. Так, есть процесс, смотрите. Сандипани Муни учил Кришну. Но Сандипани Муни понимал прекрасно, кого он учит. Знаете, как Кришна учился? Есть 64 науки всего. Много всяких наук. 64. Вкратце они описываются в источниках Кришны наслаждения, некоторые из них. На каждую науку Кришна уходила по одному дню. Он просто послушал Сандипани Муни и все. За один день. За 64 дня закончил полное образование. Все науки знал в совершенстве. Сандипани Муни понимал, это не обычный человек. И Господь Чайтанья учился точно так же в школе. Он грамматику санскрита выучил за один день тоже. Учитель был в шоке. Кто же это? Откуда ты все это узнал? Так вы все это рассказали? Это так же, как вот вы услышали мантру Ом Пурнаха, Мадах Пурнамадам, услышали? Все, знание есть. Но нам нужно долгое время, раз в неделю, год за годом, или с какой-то там систематическое образование, чтобы раскрыть все это. Потому что мы в гунах. Нам нужно много-много времени, чтобы достичь просветления при помощи этих мантр. Но Кришне не нужен процесс. Просто познакомился, и все. Он уже просветлен. А то, что он познакомился, не знал, что ли? Это лила, это отношение. Кого-то он принимает как духовного учителя, это отношение. Вот что он делает. У него уже все есть, ничего не нужно. Отношения. Мы ходим на работу не из-за отношений, потому что начальник нравится очень. Даже в институт, когда вы учитесь, не все преподавателям нравятся там, но вы ходите не из-за отношений. А из-за диплома, из-за того, что нужно получить образование и устроиться на работу. Но у Кришны другие планы. Его трудно понять, что он делает. Но с позиции бхакти можно догадаться, он строит отношения. Сандипани ему не заслужил положение быть учителем самого Бога. Даже как Кришвара Пури заслужил положение дать посвящение Господу Чайтанье Махапрабху. Это великий-великий преданный, как заслужили такое общение с Богом. Вот поэтому он приходит к ним. Не за знанием. Он слушал Сарвабхаума Бхаттачарью 7 дней. Потом дал себе толкование, Сарвабхаума Бхаттачарья стал преданным Кришне. Великий ведантист, Господь Чайтанья, за один день изменил всю его жизнь сразу же. Тем способом, который был приемлем для него, непонятным, близким для него. И каждому он приходит в соответствии с природой действует этого человека. Именно приемлемым образом он общается. Самым органичным образом он знает каждую душу, как подойти к человеку, если он предан. Как говорил Прабхупада, вы и не заметите, как стоите чистыми преданными. Вы даже не заметите это. И когда вам скажут, вы что, чистый преданный? Да нет, что вы. Какой там чистый преданный? Я никогда не смогу быть чистым преданным. Вы этого не заметите.
Потому что чистое преданное служение — это наше естество. Если вы мужчина, вам не нужно говорить, что вы мужчина. Если вы женщина, не нужно говорить, что вы женщина. Это естественно. Ну, напоминают об этом в другом смысле. Из-за плохого поведения. По плане естества это очевидно. Так что душа — это естественно. Если кто-то гордится, что он душа, он еще не познал душу. Все души, а что тут гордиться? Даже таракан прибегающий — тоже душа. Вместе со сверхдушой прибегают. Там другого рода гордость, что я слуга. Кто я? Я подметаю в ее доме. Не, даже не в доме, во дворе. Даже не во всем дворе. Вот там, у ворот. Вот я подметальщик. Вот и все. Я этим счастлив полностью. Это великие преданные могут так думать. А в духовном мире я просто травинкой стану, и все. Это естественно. В этом не будет ни горечи, разочарования. Это будет бхава, это будет такая преданность, такая любовь к Богу. Поэтому знание приходит, отречение приходит, Прабхупада говорит, естественно, к преданному. Гьяны и вайраги придут сами, там, где есть бхакти. Несколько вопросов. А вот вы когда рассказывали, что Господь Читания учился и Кришна учился, давно такой вопрос был, думал об этом. А вот Иисус, он тоже какое-то время провел в Индии, я слышал. Если вот есть у вас сведения, он там учился, да, или что он делал там? Есть у меня секретная информация об Иисусе Христе. Да, у меня есть папка, одно дело. Дело в архиве. Я доверчивый человек. Все Евангелия, пятые и другие, я принимаю. Не отвергаю. У меня мнение, когда я читал пятые Евангелия, другие связаны с Иисусом, что это правда. Я не мог опровергнуть эти моменты. Но некоторые Евангелия написаны не точно. Знали об этом? Но в плане событий они согласованы, четыре Евангелия, описывают почти то же самое. Но в отношении положения Иисуса Христа они могут отличаться. Евангелие от Иоанна сильно отличается от других. Оно в большей степени персонально. Ссылаясь на Евангелие Иоанна, может впечатление возникнуть, что Иисус и есть Бог. Когда другие Евангелия, они написаны по-другому. Он более там описывается человечным, естественным Иисус, как пророк. Или как пророк Мухаммед. Его никогда не объявляли Богом в мире, в исламском мире. В этом их большое преимущество. Никогда они этого не допустили с самого начала. То в христианстве эта тенденция сразу была с Евангелия Иоанна, насколько помню, началась сразу же. Но если посмотрите другие трактаты, описывающие Иисуса в Индии и прочее, вы увидите его другую сторону. Ее скрыли, чтобы обожествить. Иисуса в ранг Бога возвести. И, конечно, он знал многие науки ведические. Есть трактат медицинский от Иисуса. Евангелие от Есеев называется. Я читал, мне давали это. Есть там пятый Евангелие, есть разные. Сейчас много сведений об этом. Даже образ Иисуса теперь уже известно, как он выглядит на лицо. Согласно плащанице, что-то восстановлено. Есть также некоторые изображения. Это необычный момент, потому что если вы проникаетесь в личность Иисуса, можете понять, как он выглядел.
с одной стороны, описывает свою внешность так же, как внешность Кришны описывается. А внешность Господа Чайтаньи подробно тоже описывается. И проникая в эти его лилы, вы сможете видеть картину, изображение и сказать: нет, не похож Господь Чайтанья. Преданные могут это делать. Катазит говорит: вот это Господь Чайтанья. Это я принял. Есть такое внутреннее видение? Можем узнавать? И я доверяю этим источникам. Также в Кашмире есть самадхи Иисуса. Его гробница. Кто-то говорит, это не гробница Иисуса. Но местные жители говорят, Иса там. Все местные жители говорят, что это его гробница. У нас один преданный есть, старый преданный, очень Прабхупада. Он изучал христианство и связывал с вайшнавской культурой и доказал, что Иисус — это чистый вайшнав. Все, что он говорил, все это, он есть целый семинар больше на эту тему. Он поехал в Кашмир, чтобы сделать подкоп. Поселиться напротив самадхи. И там под дорогой, говорит, прорыть подкоп в могилу и взять фалангу. И отдать на экспертизу. И всему миру доказать, что это именно Иисус Христос. То есть какой-то план у него был, но он не заработал. Это был больше такой, знаете, не совсем законный ад. Но вот он хотел, чтобы это было доказано, что это его самадхи. Потому что на этом держится учение, современное учение христианства, что он вознесся на небеса, никаких самадхи нет, никаких останков нет, он вознесся на небеса, он Бог. Но он хотел доказать, что это было не так. Что Иисус не является Богом. Он Бога человек, как говорят некоторые христиане. Как гуру татва, представитель Бога. Как я и отец одно. Чего состоит безличный брахман, если говорится, что в духовном мире все личности? Безличный брахман? Все есть брахман. Он исходит из личности. Это энергия, которая служит личностям. Если вы видите, например, свет солнца, вы не различаете его от солнца. Так ведь? Это и есть само солнце. Но в то же время это его энергия. Также безличный брахман — это и есть Кришна. Можно ли это понять, что это души, которые не имеют духовных тел? А, вы говорите составляющие брахмана? Да, говорите, что это дживы. Освобожденные дживы. Множество джив составляет брахман. А кто их там научит слушать преданность? Интересно, не знаю, какие там классы. Может быть, вы научите потом. У вас есть программа какая-то. Хорошо, можно вопрос Господа Чайтаньи? То есть не хватает веры в то, что это действительно Бог? Особенно это чувствуется, когда, например, с индусами разговариваешь, и про Кришну все знают, а когда ты им говоришь, что про Господа Чайтанью, они на тебя вот так все смотрят, и ты понимаешь, что нет такой глубокой веры. И вы могли бы поделиться вот какой-то вашей возбужденностью веры, что это действительно Бог? Господь Чайтанья? Да. Нужно найти аргумент, что он не Бог. По его лилам, если мы его лилы изучаем, то вы увидите, что он делал то же самое, что делал Кришна, только по-другому. Он также показывал вселенскую форму. И не раз это было. Виджай. Это был Виджай, художник, по-моему. Один из спутников Господа Чайтаньи. Там был киртан у них в доме. Много преданных. И они пели киртан очень долго, много часов. И глубокая ночь, уже под утро, все упали на пол и уснули. И во сне Господь Чайтанья
положил руку на Виджая. Виджая увидел ту руку, на которой покоится вся Вселенная. Он увидел все это. Он как сумасшедший закричал и вскочил на ноги. Все проснулись сразу же. И когда спросили, Виджай, он стал кричать, да, пытался кричать, но Господь Читанию этой рукой закрыл ему рот. И сказал, не надо говорить ничего. Но поскольку у него были такие эмоции, глубокие переживания, он не мог уже лежать, он вскочил и стал танцевать почти беззвучно. Но какие-то крики из него все равно вырывались, потому что он весь был разорвал на части изнутри, то, что он увидел. Поэтому преданные проснулись, зажгли огонь. Виджая, что случилось, что приснилось, что с тобой? Ну, какой-то сон приснился, как Господь Читанию. Что-то он увидел необычного во сне. Успокойтесь. Читание Бхагавата описывает некоторые такие примеры. Вселенская форма описывается, он показывал Адвайта Ачарьи. Он попросил вселенскую форму показать. Но он для него показал. Свидетелей не было, только Нитянанда. Он без спроса ворвался туда. И подсел уже под самый конец, под конец программы. Он уже сворачивал вселенскую форму, но он успел что-то увидеть. И сидел восхищенный, ошеломленный. А потом стал ругаться с Адвайта Ачарьи. И обзывать его разными словами. Это лила тоже описывается. Поэтому преданные описали это. Господи, читание, говорили, вы также читаете, там ли найдете много интересных лил, описаний. Если вы примените это все к обычному человеку, вы увидите, что не было никаких таких примеров, аналогов никогда. Не было. Но Господу Читанию не поклоняются Господу Читанию как Богу. Прабхупада говорит. В комментариях к Читанию Чаритамрите он утверждает, что ему не поклоняются как Богу, потому что он не желает этого. Он желает, чтобы ему поклонялись Кришне. Он указывает на Кришну, как преданный ведется. Он Чана Авадара. Поэтому мы поклоняемся именно его преданности, как на стороне Радхарани. И служим Кришне, как он этого хотел. Потому что когда мы начнем воспевать имена Господа Читанию, закрывает уши и идет спать. Так он поступал. Но он не принимает этого. Но преданные все знают, кто такой Господь Читанию. Чхана аватар означает, что он не будет раскрывать себя. Маха Пракаша Лили также описывается. 24 часа он это раскрыл только на 24 часа свое преданное. Положение Нараяны. Также он принимал форму Дурги, форму Шивы, форму всех полубогов проявлял преданным. Как Дурга, в форме Дурги, он кормил своим молоком всех преданных. Брал на колени, кормил всех преданных. Это описывается. Но только 24 часа это было. Потом он снова стал плакать, где Кришна, и все. Все кончилось. Гуру Махарадж, в Ведах говорится, что духовный учитель — это проявление Всевышнего, да? В чем тогда ошибка духовного развития христиан, если они его воспринимают как верховную личность? Кого? Иисуса Христа. В этом и есть ошибка. Да, но в Ведах же говорится, вот он как проявление Господа, ну, Всевышнего, духовный учитель — проявление Всевышнего. Вот. И они, в принципе, поклоняются духовному учителю Иисусу Христу как проявлению Всевышнего. В чем ошибка их духовного развития в этом? Можете поклоняться духовному учителю как Богу. Этикет хороший. Иисусу можете поклоняться как Богу. Но если вы думаете, что Он Бог, вы совершите серьезную, в общем, глубокую ошибку. Так все учение пострадает. То есть проблема в осознании. Даже Прабхупаду однажды объявили Богом ученики. При его жизни, слава Богу, да. Ему это удалось исправить. Очень серьезные меры принял Прабхупаду. Не совершайте такой ошибки. Гуру не Бог.
Но ему поклоняются как Богу, поскольку таков этикет отношений, что постичь отношения с Богом мы служим духовному учителю как Богу по этой причине. Но если примете гуру за Бога, все кончится. Это уже философия деградации. Если на Санкиртане, например, встречаются люди, которые говорят, я Бог, вот сейчас вы прочитали, говорится, что они в темнейшие эти погружаются планеты ада. И вот как им помочь? Я не думаю, что вот эти люди так. Потому что они не такие могущественные. Они не являются такими ачарьями, признанными в обществе, не ведут людей никуда. Просто у них больное воображение и все. Я не думаю, что там большая проблема с ними. А как вот переубедить, вот если вам такой человек встретится, вы на самом деле? Если он разумный, то еще можно поговорить. Но если это больной человек, не нужно беспокоиться. Если больной, не нужно. Каждый больной немножко думает, что он Бог. В сумасшедшем доме каждый по этой причине именно сумасшедший. Именно по этой причине. Это неудачи с чувством большого превосходства, сочетание страданий и чувство большого превосходства. В итоге сумасшествие. Но если он разумный, то мы спрашиваем, если вы Бог, покажите вселенскую форму мне сейчас. Скажет, а что это такое? О, вы даже не знаете, как же вы Бог. Или мне некогда, он скажет, о, у вас нет времени, такой Бог занят. Я всем не показываю. Да, всем не показываю. Вы должны заслужить. Да, ну дайте мне глаза, Кришна дал Арджуне глаза. Вы Бог всемогущий, дайте мне глаза, чтобы я увидел. Не, не тогда. Я спешу. Я встречал таких богов. Даже в советские времена они были, не знаю откуда. У меня знакомая была Марита Васильевна. Она вот она говорила, что она Бог. Знаете, она вроде вот и не сумасшедшая. Вот, и семья, и все дети такие воспитанные. Она же меня привела, кстати, в сознание Кришны. Она же мне первая сказала, что проходи Кришну Махамантру. Некоторые так говорят из моды, что там прочитали, услышали, мода определенная. Не то, что они какие-то знания имеют трансцендентные. Ну что ж, да. Высокая самооценка. Только надо, чтобы подтвердить как-то это все, и чтобы другие признали еще. Она говорит, ванну не надо выливать воду грязную, там я погружаю свое тело. Верно. Это естественно. Бог погружает туда тело свое. Бог везде, даже в отхожих местах, повсюду он. Но он не оскверняется, ведь он же не материален. Ванна у него не материальная. Если даже он опустится в грязную воду, он очистит ее. Она сразу станет чистой. Что нужно, чтобы Бхакти пришла? Гьяны Вайрагьи придут, это мы уже договорились, да. Вот Бхакти. Гьяны Вайрагьи проще. Как же, чтобы Бхакти пришла? Такая песня есть, что когда совсем не ждешь, она приходит. Она приходит, но вы не узнаете ее сразу. Она иногда проходила мимо много раз уже в нашей жизни, Бхакти. Но она не просто проходит случайно где-то. Она проходит, чтобы снова вернуться вот так же. Тигр, знаете, как ходит? С тиграми встречались? Здесь нет тигров, тут только барсы. А, нет, в Сикотаринском заповеднике они живут до сих пор. Если вы там, во всяком случае, если вы идете в тайгу, вам расскажут повадки тигра, чтобы вы знали. На тот случай, если вы встретитесь с ним. Нельзя бежать, допустим, там. Вот если он ушел в сторону, ничего не означает. Вот он так и ходит, как Бхакти. Он просто проходит мимо вас сначала. Ну, пошел себе, пошел тигр, вы идете дальше, вы не подозреваете. Но потом он пройдет ближе. В конце концов, он станет перед вами. И вы остановитесь. О, тигр пришел. Он не ушел, он здесь. Я не заметил, как это произошло. Как не заметил? Ты много раз видел его?
Но ты не понял его повадки просто. Вот он тебя поймал. Если бы он издали тебя увидел бы, бежал бы к тебе, ты бы смог куда-то, у тебя было еще время издали сбежать. Но он так не делает, он ходит туда. А он прошел мимо, все понятно. Обратно. Сзади. И непонятно, тот ли это тигр, может, уже другой. Может, он просто по своим делам ходит. Но потом, в какой-то момент, он перед вами. И вы становитесь и ждете. Что делать? Бежать вы не сможете, уже нет времени. И даже в этом случае он уходит в сторону немножко, чтобы вы расслабились. Но ведь он, кажется, уходит. Нет. Но он уже возвращается ближе опять. Ничего необычной повадки охотника. Вот так же приходит бац. А, этот святой прошел по своим делам. Нормально, да. Пока я не могу так, как он. Но хорошо, что он по своим делам прошел. Да. Я что-то о нем узнал, Харе Кришна, это да, что это такое. Принципы у них там то, да. Ну, все ясно, пусть идут. Потом снова проходят где-то они ближе уже, вы уже больше знаете об этом. В конце концов, вы начинаете общаться. Но даже в этом случае вот как-то отпускает вас. Но ближе, ближе, ближе. Повторяю, Харе Кришна, да, буду повторять, конечно, Саш, ты сейчас это все делать. Это бхакти. Вот так она приходит. В конце концов, все равно вас поймает Шрила Прабхупада. Он мудрее, он хитрее. В отличие от тигра, если человек все равно с тропинки, тигр уже не вернется. Нет, конечно, конечно, если мы как бы оскорбительно относимся к бхакти, она не вернется, да. А тигр вернется. Тогда тигр придет настоящий. Вместо бхакти тогда тигр. Так устроена природа. Вот здесь не значит, что из-за отсутствия религиозного правительства, имя грозит и так далее, да? Вот что это значит религиозное правительство? Религиозное правительство? Есть такие правительства сейчас. Есть светское руководство, есть религиозное. Это арабские страны, допустим, там у них религиозное правительство. Они основывают все управление на Коране до сих пор. Очень успешно. В плане руководства это самое успешное. Прабхупада прославлял мусульман в Индии, когда они управляли 800 лет, управляли мусульмане. Это было самое лучшее управление. В плане управления это самая лучшая религия. Ислам, Коран. Там самые необходимые руководства даются для нас сейчас. Вот для нынешнего времени, самые приемлемые. Потому что если вы Ману Самхиту изучите, или там ведический Варнашамадхарму, вы не сможете применить сейчас. Еще не доросли люди. А ислам очень хорошо подходит. В плане управления это самое лучшее наставление там. В 800 лет, говорит, не управляли лучше всех, потому что они принципиально основывается на религиозных писаниях своих. Тогда как браманы в Индии давно отошли от этих всех принципов. И потеряли силу. Поэтому мусульмане по этой причине часто наказывали браманов. Одна из причин, что они говорили хорошие вещи, но сами ничего не делали в этом плане. После Абу-Бакра первый халиф был Умар, один из подвижников пророка, близких, при жизни еще. Он стал халифом, но уже был халифат большой. Там был уже Византия и Персия, у них все уже было завоевано. И он управлял, находясь в Мекке. И слава, представьте, все, что он говорит, работает. Что он помнит, что говорил пророк, он также богобоязненный, он развивает все качества определенные и прочее. То есть он... И люди иногда приходили увидеть, что там за халиф вообще могущественный. Когда приезжали, не могли найти его. Он ходил в каком-то простом халате, спал на полу. Ел хлеб, масло окунет, хлеб и все. Он говорит, а теперь понятно, откуда его сила. Почему он такой? И что он делал? Он заботился о других людях постоянно.
Даже ночью выходил, жена говорит, ну тебе-то, ты халиф вообще. Ты, зачем тебе? Говорит, нет, я должен видеть людей. Что ночью часто кто-то плачет. Днем он скрывает свои проблемы, проблемы, но ночью я слышу. И он заходил, узнавал, пришла проблема людей. В личной жизни, где угодно. Законы какие-то добавлял к тому, что слышал. И... Он заботился о людях всю свою жизнь. Это был ислам. Вы не даете лучшей религии в плане управления. Потому что Иисус не давал никакого управления. Он говорил о любви к ближнему. В этом уже заключен весь смысл, конечно же. Но люди не понимают практически, как проявить эту любовь. Знаний не было. Как эту любовь проявить? Это сентиментально просто. Ну я что могу, погладить по голове, когда тебе что-то болит, подуть на рану, да. Но как вскрыть, они образованные, как вылечить все это? Тут нужна еще наука, знания. И в Коране больше таких практических вещей, полезных, больше. Как в Писании, если посмотреть. В Библии тоже все это много есть, но поскольку это запутанная уже вещь во времени, в Коране это более выражено практично и к месту времени практичности ближе. И самые практические уже есть ведические конкретные описания природы людей, но пока эта природа не восстановлена. Пока мы все еще в мире зависти живем, мы еще не можем строить варнашмадхарму как таковую. Но мы до этого должны дойти еще, да? Вы сейчас говорили об исламе, сказали, что самое практическое. Сейчас самый большой бич – это финансовая сфера человечества. Вот эти банки, кредиты. Вот есть такое понятие – исламские банки. И говорят, оно очень такое прогрессивное. Сейчас продвигается. Сколько вайшнавы могут опираться на исламские? Я не знаю точно, что это за… Это беспроцентные. Беспроцентные? Да. Это же хорошо. Ну, сейчас это как обсуждается даже среди правительства, исламские банки. Без процентов это лучше, да, чем с процентами. Просто банк ходит, как бы, например, с человеком не процентно, а как бы долю разрешения, если он берет кредит, он банк следит, чтобы он этот как бы, кредит положил в дело, которое он заявил. И потом, когда уже дело происходит, он приносит свой плод, они тоже какую-то часть. Как бы банк все время следит за тем, чтобы человек, который взял финансы, он процентал. Ну, это настоящий банк. А вайшнавам нужно? Потому что банки обычно отбирают деньги у вас. Вы не в долгу все время. А этот банк помогает. Вот это и есть исламский банк. Вот это и есть суть их религии. Благотворительность. Это и есть суть их религии. И они не заставляют силы никого предпринимать свою веру. И принять ислам очень просто. Тогда как принять, скажем, православное христианство, не так-то просто. Вы должны предать анафеме сначала все другие религии. Если человек не сможет это сделать, предать анафеме все другие религии, он не станет православным христианином. Там условия бывают невыполнимые для большинства людей. Тогда как, чтобы прийти в ислам, собственно, нет никаких строгих требований и правил. Не нужно никого проклинать и так далее. То есть наиболее человечность, если о религии говорить сейчас, это ислам. Конечно, там-то есть свои извращения, вот эти войны бессмысленные, там теракты, что списывают на ислам. Но изначально ислам, если посмотреть, он был другим. Они воевали, конечно же, там была другая причина. Они воевали с теми странами, которые загнивали, эксплуатировали людей. Только по этой причине. Мы не были безбожниками. Но ни один христианин не подвергался насилию, чтобы стать мусульманином, когда они завоевывали страну. Они занимали и храмы, и прочее. Никогда такого не было. Они пользовались ими же правами потом, как верующие. Все подданы. Поэтому люди с удовольствием принимали ислам. Он очень быстро распространился, утвердился. Очень быстро. Потому что это принесло благо в то время. Было хорошее время уже. Такой вопрос по поводу того, что Игорь Пропадов в комментарии говорит о том, что мы хотим, он говорит о псевдоверующих и говорит о том, что
они хотят жить там, в золотых оковах материального рабства, открывается среди геологической и филантропической жизни. Это неровно, это дети. Вопрос, как, ну, как вот увлечься от такого? Как уберечься? От чувства собственности нужно остерегаться. И в то же время мы же как бы хотим проявить, например, свою природу. Я понимаю, что моя природа должна проявить. Да, это хорошо. Без желания выгоды. Без желания выгоды. Сосредоточься на природе именно, без желания выгоды. Выгода — это руль в другую сторону. Вы взлетали когда-нибудь на самолете с тормозами? Такой взлет был в Владивостоке не так давно, и самолет разбился. Стюарт один остался жив. И он рассказал, что почему-то, когда мы включили форсаж, было чувство, что были также включены тормоза. Одновременно две вещи. И вот с одной стороны есть природа, это форсаж. И с другой стороны есть выгода, это тормоза. И вот в этом вся проблема. Это чувство выгоды, это чувство собственности, о котором говорит Иша Панджа. Поэтому сваха, сваха, для тебя, для тебя, для тебя, не для меня, для тебя все. Если мы говорим о религии, если вы думаете, что кто-то религиозный человек, то он должен минимум заниматься благотворительностью всю свою жизнь. Иначе это не религия. Если вы в сознании Кришны, вы должны распространять Святое Имя. Это высшая форма благотворительности. И быть добрым ко всем живым существам и ко всем религиям. Никакой выгоды, никакого мирового господства. Мы не выше всех и не ниже всех. Мы слуги Бога. Каждый на своей ступени эволюции находится, мы должны мешать друг другу. Критиковать, ставить подножки, оскорблять. Помогайте. Благотворительность. Религия создана для этого. То есть в обществе сознания Кришны есть своя миссия распространять Святое Имя. Есть много других форм благотворительности, данных в других религиях, и мы должны сотрудничать вместе. Ну, я думаю, такое время приходит постепенно. Что-то происходит сейчас. Там также говорилось, ну, о том, что получается. Точнее, в комментарии же это банковая. Есть случаи, когда ну, необходимо поклоняться Богу богам. Вот, как распознавать эти случаи? В нашем случае вообще нет проблем. Мы не поклоняемся полубогам, нет квалификации. Когда вызовет в кабинет кто-нибудь, тогда поговорим. Вы общаетесь с министерством часто? С министрами Казахстана? Поэтому пока нет. Нет разговора об этом. Вас не вызывал никто из министерства или из сената? Ну, может быть, вот в таком ключе, что, ну, допустим, когда мы изучаем, например, экологию или что-то, даются какие-то рекомендации? Не работает. Сейчас не работает. Ну, васту мы применяем, но калиюга все смешано. Если есть возможность, мы применяем какие-то законы, которые работают и без полубогов, даже без отношений. Например, вы можете смотреть на солнце, на восходящее минуту в день. И это полезно для зрения, даже не поклоняясь его сван. Что закон работает в любом случае. Это просто милость. Также здесь васту можете сделать, она будет работать, даже если вы не знаете, кто за этим васту стоит и вас не вызывал никто. Законы те же самые. Но вы просто уважайте это, знаете, что есть полубоги, мы уважаем эти стихии, чтобы они были в чистоте, люди не должны сорить, там грязь какую-то распространять. То есть это отношение к полубогам, к миру, к экологии, к живым существам, к здоровью и все остальное. Но пока нас не вызовет из сената кто-то, нет разговора об отношениях. Мы пока еще не на таком уровне.
Шрила Прабхупада ки. Джай. Гуру Махарадж ки. Джай.